Установлю камеру нормально. Раз, два. Все. Смотрите, у меня одиночная перчаточка. Не уверен, что она меня от чего-то спасет. Я ее каждый раз выкидываю, когда открываю-закрываю дверь, иду за скутером. Надо съездить в аптеку, купить витаминок. Надеемся, что спасет. У меня вот есть еще сейчас для рук. Сейчас вытрем. Вытрем чуть-чуть. И все. Видите, все скутеры стоят, все люди сидят по домам. Я сейчас тоже быстренько съезжу в магазин. Куплю там влажных салфеток. Потом надо пеленку для кошки, чтобы ее перевозить в Аэрофлоте. У нас вот есть сертификат на то, чтобы ее возить. То есть все там. Ух ты, у меня какая-то музыка включилась. Все. В принципе, многие китайцы достаточно дисциплинированные, особенно в Гуанчжоу, сидят по домам. Это очень круто и хорошо. То есть что-то у меня здесь земля какая-то. Сучки. Так, скутерочек. Откроем багажничек. Как раз. Два, все. Все. Все, все, все. Вот. Я уже, считай, третий день, да, не был нигде. Не выезжался. Все. Здорово. Здорово, что можно выехать. После дождя скрипят аморты. Ну, это китайский скутер, поэтому это нормально. Вот. Кстати, мы с супругой думаем, что, возможно, мы можем и отменить поездку нашу. Вот. О, нихао. А, Тин Кайма. Вот, так что постараемся. Ой, блядь. О. Товарища. Да, что-то чувак еле-еле. Это не Алекс.